Первый улов у нас есть, да, Валер? Хорошо, инсидент. Глубоко. Так что вы там, опять дрочите или что? Дрочим, блядь. Правильно сказать, сосем. А, даже так. Вот так. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня у нас очередной рейд с одесским рыбоохранным патрулем. Давно уже не было таких рейдов. Да, вы, наверное, соскучились за Валерием. Валера, поздоровайся. Добрый день. Всем счастья, здоровья. Да, любви, удачи и денежек побольше, да, скажи? Да, хорошо. Это. Так вот, сегодня, наконец-то, очередной рейд с одесским рыбоохранным патрулем. Надеюсь, что такие рейды будут и далее, ну, с какой-то периодичностью. Но пока утверждать я не могу, так как они закончились не по моей инициативе. Но надеюсь, конечно, что они продолжатся. Сегодня мы с вами пойдем в сторону Тудрова. Опять же таки, пройдем через пограничный контроль. С одной стороны будет, с левой стороны будет Молдова, с правой стороны Украина. Как вы помните, на Валерия и на меня Державная прикордонная служба составила протокол о незаконном пересечении государственной границы, и был суд по этому поводу. Слава Богу, все хорошо заключилось. Да, судья вынес правильное, справедливое решение. Да, Валер? Да. Вот. И сегодня мы пытаемся также там посмотреть, как обстоят дела, потому как уже давно там не были, больше полугода на этом участке. Сегодня у нас температура воздуха так примерно где-то плюс 3-4-5, не больше. Пока туман, замерзшие стекла. Вот, смотрите. Вот, но, все, надеюсь, будет все хорошо. У нас кошка есть, протоколы есть. А? Кошка есть. Протоколов много, есть. Валер? И ручка пыша. Отлично. Тогда вперед. Красота. Супер. Погодка шепчет. Еще немножко, и туман развеется. Ветра нет. Погода шикарная. Валера, такой классный кепчик. Мне нравится. Наше было тепло. Это правильно. Итак, друзья, значит, мы сегодня проходим в рейд с Маяхского моста. Вот отсюда вот. И будем идти вверх по течению по Днестру. Наша задача сначала дойти до границы с Молдовой. Здесь стоит контрольный пункт пограничников. Вот здесь зарегистрироваться и пойти дальше вверх по течению. Особенность этого рейда заключается в том, что граница между государствами Молдова и Украины проходит ровно посередине реки. И нам нельзя пересекать эту границу. То есть мы влево, в сторону Молдовы, не можем заходить. Так как мы уже один раз так заходили, и наши доблестные пограничники на нас составили протокол, когда мы снимали браконьерские сети, составили протокол за нарушение государственной границы. Понимаете, да? Конечно, это был маразм полнейший, но тем не менее, такая практика у нас уже есть. И на меня, и на инспектора Маринченко такой протокол был составлен. Кому интересно, ссылка вот справа в углу и в описании к этому видео. Дальше мы пойдем вверх по течению, дойдем до первого молдавского села, не Паланка, а Тудрова, вот сюда вот, Тудрова, и дальше пойдем до Кракмаза. И где-то примерно вот здесь мы планируем закончить наш рейд, потому как, ну, топлива столько, сколько есть, и пройти даже этот участок весь, это достаточно большой участок. Участок будем проходить таким образом. Сначала быстро вверх по течению, и потом уже медленно спускаясь с кошечкой, пройдем каждый уголочек, каждый поворотик и проверим наличие сетей. Вот такая вот наша сегодняшняя задача. Ваша снасть. Одесский рыб-патруль.
прикармливаем эти места? Ну да. А документы при собе имеются? Нет, с собой нет. Там, да? А балабайк столько разве можно ставить? Скажите. Это ж не все наши. Ну а сколько ваших? 10. 10? То есть вы знаете правила, да, рыболовства, что по 5 крючков можно на каждого человека, знаете? Да. А на берегу сколько у вас удилищ? У меня ни одного. Ни одного? Нет. А какие ваши? Вот один крючок. Один крючок? И где ваши балабайки? Вот это мы перебираем. Сколько штук? 10. Давайте посчитаем вместе. Вот, вот эти, да? И вот те, да? Ну тут 10. Вот то и вот это, да? Мы знаем правила, просто мы вас смотрим, подписываем. Да? Валер, ты понял? Пока вам не поздно, да? Там возле, наберу вас здесь пейнинги. Вам 5 крючков, вам 5 крючков. Вам даем пока есть шанс это все снять. Идем через час назад. Я буду сам их снимать. Протокол 1. Протокол 2. Окей. Договорились? Вам пока шанс, пока так попрежнее пока есть вкусное. Сейчас речка, мы это пытаемся еще раз, и мы можем узнать и доказать. Речка. Пол речки Молдаване, пол речка наша, да? Ну, правильно? Да. Да, если стоит сеть посередине реки, как вытащить ее ну, с той стороны кол? Ну, то чтобы забрать сеть браконьерскую. Вопрос. Ну, это надо, треба гипса вызывать, вони разбираются. Кого вызывать? Гипсов. Это кто такой? Гипс, это личный инспектор приказной службы. А, гипс, а я гипс думаю, что это? Валер, Валер, скажи, вот как будем делать, если действительно найдем сеть, которая перегораживает? Чтобы им резать пополам ее или что? Ну, коль такой закон у нас. Берем центр речки, говорить, фарватер. Да. Отрезаем в украинскую сторону сеть, изымаем, рыбу выпускаем. А ту бросаем сеть и все, да? Я считаю, что неправильно бросать и кидать, потому что сетка будет стоять вдоль берега, рыба будет путаться, но рыба будет пропадать. Это неправильно, а у нас другого варианта будь бы и немає. Жаль. Чтобы до вас не было питань, вы границу не пересекли, сетку отрезали. Дивіться, сетку я отрезал. Ну, в тій сітці буде, буде на українській, я рибу випутав, сітку отрезав. А в тому куску, де буде під молдавським берегом, тоже буде риба. Я сітку відпускаю, риба пропадає. Ми наносимо ущерб спеціально рибному господарству України. Так виходить. Ну, виходить, так. Да. Лучше не ризикуйте, ребята. Ну, уже що ви будете вот, ради одної сітки ризикувати, опять, щоб на вас протоколи составляли? А що одної? Там знаєте, скільки сітей зараз буде? Я навіть себе представити не можу, скільки там буде сітей. Ну, тоді це потрібен совмісний план про рибоохоронний рейд, спільний, з прикордонниками, з залученнями. Ми проводили такий раз рибоохоронний рейд з залученням молдавської сторони. Ну, про це знали всі сторони. Пограничники молдавские, пограничники наши. И тогда спокойно проходили вот этот... Да, и тогда все, все браконьеры тоже поубирали все свои сети, все оставили только одну сеть. Я с вами согласна, но что его делать? Ну, понятно. Добрый день. Посмотрите, за сети цеплялись, нет? А, нет. Нормально все? Ну, сетей вроде нет здесь. Нет, да? Хорошо, поехали. Доставляют? А? Доставляют сеть? Браконьеры, конечно. Старая, пока... старая, наверное, моя ровесница. Да, не, ну это не то. А что у вас по рыбе? Судачок есть? Нет, судака нет. Пару щучек. Пару щучек и окунь.
Понятно. Все, хорошего дня. Да, спасибо. Удачи. Добрый день. Так, коряга? Или ага. Сом? Нет. Одни коряги. А? Одни коряги. Коряги? Одни коряги. Надеюсь, не на драча? Нет. И спиннинг же ниже. Ну. А, ну да. Что там, на сеть не нацеплялись? Кого? За сеть браконьерские не цеплялись? Ни разу. А? Ни разу. Нету сетей? Нет, не у вас вообще. Не, вообще нет. А вы супер. Куда выехали? С маяк, ну перед маяками. Маяк, да? Шестой причал. А? Шестой причал. Нет. Что, порвал? Ладно. Хорошего дня. Что, хулиганы не ловили? Да нет, только вышли. А-а-а. Сейчас вот, а кстати, вот прикольно. Поставили что-то. Ты видишь? Ну, что стоит? Мы молдаване могли поставить. Ну да, вот только что, блин. Сейчас будем вытаскивать. Короче, эти молдаване сейчас только что увидели нас и чухнули бегом, блин. Стояли, их уже нет. Так, ты кинул уже? Да. Ага. Давай, ну вон она, по идее, это она. Идем по центру реки. Да, по центру. Нет, даже мы правее, даже... Ближе даже к нашему берегу идем сейчас. Уже было наверняка. Да. Не переход границы. Клюет, смотри. Странно. Бля, ну по идее они же вот так вот шли. А? Браконьеры эти. Сеть или раколовку, что-то они там поставили, бля, по-любому. Может быть страшный винтерик, может быть. Сейчас пройдем еще раз вниз, а потом за бульдория. Вот так, друзья мои, браконьерам, значит, пересекать границу можно, да? То есть они могут поставить даже под нашу сторону, молдавские браконьеры, винтеря эти. Сейчас будем искать их. А нам, значит, чтобы вытащить сеть, значит, нельзя пересекать. Я надеюсь, вы видели. Что, есть? Не знаю, что, коряга или что-то есть. А ну. Надеюсь, вы видели наше видео, когда нам Державная прикордонная служба протокол впаял за то, что мы незаконно пересекли государственную границу. Из-за того, что снимали сети и перешли через середину реки. Что там? Что съе? Кто-то тянется. Пока не видно. Нет? Оборвало. Не? Я предлагаю подойти вот к тому пенопластовому поплавку и попробовать прямо за него взяться.
Что, опять зацепился? Скорее всего, там какое-то бревно лежит, может. Так, ну что? Это коряга. Коряга? Ну вот оно. Что требовалось доказать, блин. Да. Ты понял? СМК телевизор. Давай я буду поднимать. Треугольник, видишь, такой. Да. Браконьерство. Ну вот. Вот кто его сюда поставил? Видите черти, которые только что проходили и убежали, блин. Кидает под наш берег. Вон где наш берег ближе, видите, да? Вот он. Какая интересная тут база. Державное предприятие Одесское лесное государство. Куча лодок. С той стороны молдавские села. Спасибо за кофе. Так, друзья мои, ну, мы повернули уже назад. Теперь у нас в сторону, если идти к маякам, впереди Кракмаз, молдавское село, потом Тудрово. Вот. И теперь мы уже спокойненько начинаем тралить. Никуда не спеша, потихонечку будем искать браконьерские сети. То есть как будем снимать? Ну, методика... Я так понимаю, другой уже нет у нас, да, Валер? Да. То есть будем, что, до середины реки и резать ее? Ну, как закон гласит, когда пригородники объясняют, до фарватера, до центра речки. Короче, до центра речки обрезаем. И уходим в свою украинскую сторону. Ну, понятно. Короче, через одно место, к сожалению. Просто я не могу понять, почему, почему так происходит. Вот, несправедливо, честно говоря, по отношению к природе. Да, конечно, по отношению к суверенности стран, я согласен, что пересекать границу нельзя. Но если мы выполняем какие-то служебные обязанности, да? Правильно? По охране водоемов, да. Борьба с браконьерством, незаконными сетями, незаконными рашницами, рыболовками. То я считаю, что, конечно, нужно было бы все-таки... собирать эти снасти браконьерские и забирать их полностью. Но, как вы видели в этом, в нашем видео на YouTube-канале «Все для клёва», когда к нам пограничники предъявили претензии, что мы нарушили государственную границу, и были составлены протоколы и на меня, и на Валерия по незаконному пересечению границы, конечно, это немножко подрывает желание вообще чем-либо заниматься. Но, в общем, такая ситуация. Вот он впереди, Кракмаз. Мы потихонечку тралим, никуда не спеша. И будем искать браконьерские сети. Вот такое молдавское село. Красивое, живописное. Прямо на берегу реки Днестр. А пока, пока сети нет. Пока нет. С одной стороны, это хорошо, да, Валя? Нет, что нет сети? Наводи порядок. Ты считаешь, что это правильно и хорошо?
где много сетей, это бардак. Ну да. Браконьеры не боятся. Или, скорее всего, что может они все-таки ставят, как только стемнело, и до утра. Возможно такое? Такое возможно. Вот днем смотрю, что пока сетей нет. Но посмотрим, что будет дальше. Дай мне ножик. Ого. Да, серьезно. Одна рыбка есть. Живая? Да. Отпустим, Бог даем. Есть. Первый улов у нас есть, да, Валер? Хорошо, он сидит. Ну это старый или что? Да он не старый. Судя по дели. Новая дель, да? Нормальный вентер, смоленый. Ага. Дель не рвется крепко. Но без бирки. Если не родило, не обрковано. Ага. Хорошо. Браконьерская. Сейчас посмотрим, наши пограничники ставят сети или нет. Ага. Возле них есть сети или нет, да? Посмотрим, да. Сейчас. Давай. А? Нет, бирки нету. Ты скажи, был рибинспектор Маренченко. И снял. Снял вентер. Чтобы вот. Там вопросов не было. Не твой вентер, нет? Но на них всех есть бирки, потому что мы уже мало истории. Вот мы спираем все на пограничников, что пограничник воровал. Какие отношения прикордонники имеют до снастей промысловых? Подождите. Снастей промысловики занимаются, правильно? Так само на державном кордоне, в принципе, вот они этим занимаются. Чем мы занимаются? Мы ловим рыбы, биоресурсы, правильно? Да. Ну, мы ж контролюємо, якщо вони заїжджають з настями, то ми дивимося, щоб було бірковано і тільки згідно ліцензії. Ну, просто провір, блін, провір, де бірка. Бірки поки не бачу. Не бачиш? Значить, немає бірки. Ну, я знаю, що тут такі бірковані. Забирайте, я ж нічого не кажу. Мені звинтили. Просто він прийде і скаже, ви сняли. Це не така пера. Коль, смотри, за вилов водних біоресурсів, да?
контролює органи рибоохорони, не прикордонники. Я розумію. Ну, а завоз його снастей, ми ж, по ідеї, то ж не приконтролювати, скільки вони завозять свої снасті. Ну, от присутствие прикордонника. Бірка є? Бірки ні. Немає. Нарадило у браконьєрське? Ну, по ідеї, так. Да. По ідеї, так. Да. Ну, от, все. Питання є? Я не бачу бірку. Ну, скільки малька? Малечек есть. Это хорошо. Вот так вот зигзагом по своей стороне аккуратненько проходим. Естественно, с кошкой. Ну, погода сегодня просто великолепная, просто великолепная. Давай я ее кину. Ого. Сколько там ракушек. Кидаю. Друзья, ну вот потихонечку мы подошли уже и к Тудорово. Вот оно село. Потихонечку пройдем, посмотрим, как местные жители ставят сети или нет. Как думаешь, Валер, ставят сети? Ну, если боятся украинских прикордонников и инспекторов, то не ставят. Ага. Если не боятся, значит, сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Ну, друзья, если вам видно, вот там вот молдавский пограничный столб. Да, и вот мы проходим уже Тудорово, Тудоров, да, село молдавское. И я скажу, что я не вижу сетей. Слушайте, если вы помните, вот здесь вот мы в первых частях рейдов по браконьерским сетям встречались с молдавскими браконьерами. Вот возле этой будочки они тут сидели. А сейчас нет. Прямо так напротив этой будочки была сеть. Помнишь, Валер? Помню, да. Сейчас посмотрим. Тут же стояла их браконьерская лодка. Но сейчас не стоит. Что-то тянем, мы прошли где-то примерно километр от Тудорова. Ага. Тянем корягу. Бывает. Хорошая коряга. На дрова. Не надо, Валер? Молдаванам. Я у меня дома газ. Газ? О, ты богатый. Да. Ага, пустая, бля. Ладно, молдавская. Вина? Не. Ладно, этот, блядь. Может, самогон. Ага. Надо еще одна бутылочка, сейчас попробуем поднять ее тоже. Пустая. А вот и, кстати говоря, и те же самые браконьеры, которые были в прошлый раз на видео. Вот они стоят. Типа шифруются. Вы поняли, да? Под молдавским берегом. А мы идем. Все идем и идем. На малом ходу с кошкой и тралим дно Днестра. А они, я так понимаю, только хотели сыпать сети, да? Как раз вечер,
Солнце садится. Ну, короче, так. Так а что же вы ставите на сеть, если запрет? Ну, хлопцы. Что? Все кушать хотят. Все хотят кушать, но это не означает, что... Если сказали запрет, значит запрет. Так чи нет? Запрет. У них вообще промысел закрытый на 3 года. Да? Ёперный театр. Вот так вот. Даже билет был бы, все равно он не действует. Билет есть, на любитель сейчас. Ну так как что, любитель носит, ловит, ловит сети, вон, смотри. Что мы как дети, что мы не поймали? Давай тебе в это, мужики. Тут стоят сетки с этой вот точкой. Нет, сетки еще нет. Только ставить хочется? Хотели ставить. Все хотели ставить. Просто тоже ваши... Пограничники попросили, надо там для дела. Что, пограничники? Наши пограничники. Наши пограничники попросили? Нет, я имею в виду наши. А, ваши пограничники? Ну, я тоже пограничник на пенсии. Понятно. Да, блин, надо вызывать сюда, блин, полицию, блин. Их? Конечно, а что? Ну, что это такое? Рыб заградителя сколько? Километра 4. Километра 4, да? Ну, вот они и стоят, а тут, видите, как в 4 километрах от рыб заградителя. Так, ну что, вот уже водозаборник возле Паланки, да? Это получается таможенный терминал вот здесь, да? Да. Ага. Нет сетей, слушайте. Плохо, когда их много и снимаешь, и они опять ставят. А когда их нет, то это хорошо. Ребята на деревянной лодке с молдавской стороны наверняка уже... Приготовились ставить сети, да? Сети, но... телевизоры, все что угодно. Прачные вентиля. Да, это еще получается молдавская территория. Вон, видите, молдавский пограничный столбик. И вот такие вот будочки, видите, да, стоят? Возле будочки стоит удочка. То есть в будочке кто-то есть. А кто есть? То есть тут нет промышленников, промысловых рыбаков. Угу. И нет рыбоохраны. Так что вы там опять дрочите или что? Дрочим. Дрочим, блядь. Правильнее сказать, сосем. А, даже так. Что у вас? А где ж те самые? Кто-кто? Нестор, я люблю тебя. Это был, конечно... Ну так если просмотры прошли после этого видео, миллион, по-моему. Нет, да? Это самое лучшее. Было это. У всех у троих все опалены снасти. Ни у кого нет ни силикона, ничего нет. Сейчас мы перейдем, мы опять ловить. Офигеть, а? Днестр, я тебя люблю. Дедушка Днестр. Правильно, дедушка Днестр. Вы, наверное, видели мои видео. Да. Да? Ну так давайте тогда отпускаем, что? 40, 50. Я его не подниму, блин. Помочь, я спрашиваю. А? Давай, Саня. Давай. Ложим. Ну, да. О, ребята, это красиво. Вы поняли, да? Смотри, какого красавца. Он выпускает, правда? Да. Нестор должен знать своих героев. Смотри, чтобы не упасть в воду. Блин, я бы в руках так замазаться. Кошмар, блин. Сейчас с собой утянуть. Снимай, Калёня. Не, я фу. Отойдет? Ушел? Сразу, да? Все, я правда засрался весь. И зубы. Ну ради такого дела. Это стоило того. Что такое? Самая лучшая была серия. Да. Ну так ё-моё, там какой самяра был. Да, ну, это больше миллиона был, просмотров за ну, после того, как вы думаете, он был где-то сороковка или нет? Не. Да. Был, да? Где-то сороковка была. Был, я такого да. не держал. Не, да. Но я его держал в руках, я тебя чувствовал, что он надо. Где-то метр. Так у нас подсак порвал, блядь. У нас же есть видео. Дырку прорвал в подсаке, ушел. Возвращали его, блядь. А где ваша рыба, я не понял. Что вы сидите? Ну, сейчас же еще как-то два окуня вышли сегодня. Как два окуня? А где самы, где... А, прямо закончились. Жди мороза. А, ага.
Ну вот это у вас Тома, еще там взяли раз на рыбалку, два, три. Было такие уловки? Такого не было. Нет, такого нет. Ты понимаешь, тогда просто. Даже уже тогда вы ушли уже, как бы мы пошли, прошлись. Больших. Не, оно было похоже. Большие бывает, сон кубом стоит, да. Бросаешь там по нему. Вот он этот, идет. И он воды, стоит где-то метр от одного. Чувствуешь, оно прямо по ним. По нему, бум-бум-бум-бум. Где-то в ямке, да? Да. Нет, это было там не ямка. Ну хоть ночей нет у вас, ребят? Да нет. А ну покажи. Я вдрычал. А то тогда были опаленные снасти, блин. Что не-не-не? Смотри, у нас два варианта. Если это яма, это тяжелый джиг. Мы их сняли и опять шли на то же место, где мы ловили сомок. Вот снасти лучше не было. Ага. Обычная жиголовка. Ничего. Хотя где-то несет, периодизация. Дело в том, что рыба в основном по корчам, а в корчах на это не будет. Она сразу зацепит. У меня есть корча. Как ты там? Только вот так вот. А это что, где вы нашли? Да. Вы были это, под Молдавией там. Ну, да. Судак. Есть судак? Не на той яме сумовой. Судака ловят, да. Не, ну хороший есть судак или судак? Нет, вот такой. Это чё? Он не червивый. Чё, это килограммовый уже. Ну, мы два поймали и два червивых было, да? Ну, я выкинул два штуки. Чё, да? Ну, я смотрю, у вас компания не меняется. Вы такие все это, да? Меняется. Периодически, да? Я поменял. Да, да, я понял. Так, ну что ж, всего хорошего вам. На буксир, чтобы долго будем идти. Ну что, сейчас мы же идем тоже с этим, с кошкой. Мы же тралим, идем потихонечку, чап-чап-чап. А что, есть сети, есть? Мы уже 100 лет. Кстати говоря, два раза были, ни одной сети не было. Вот видите, как хорошо. Прошли полностью крохмазы. Да, аж до крохмаза шли. И вот идем уже, сколько уже, часа три, наверное, идем, да? Вот либо... здесь вот напротив домика красного постоянно две сетки стояло. Раньше. Это еще а было года два назад. Потому что воды уже их не было. И вот там, где родитель на повороте, когда поле коряет там. Да, и рыбаков даже. Вот там было и три было. Вы с эхолотом или нет? Не-не-не. Нет. Друзья, ну что, солнце уже садится. И скажу, что уже начинает темнеть. Мы уже практически еще где-то километра полтора до пограничников, да? Где-то так. Да. И так и не обнаружили ни одной сети. Это, я считаю, это очень хорошим знаком. И слава богу, что так есть. Может, наш дедушка Днестр подышит спокойно. Спокойно, да. И это даст возможность рыбе от нормально весной отнавеститься. Сейчас пережить нормально зиму. Да, есть, вон ребята стоят, ловят хищника, там, там, то есть как бы проблем в этом нет. Вот, но на драча, как бы здесь я не вижу, что ловили. Насчет того, что на глубоком ловят на драча, это, конечно, не секрет, да, Оля? Надо выезжать и працевать совместно. Да, поэтому хотел бы в данный момент обратиться не только к инспекторам Одесского рыбоохранного патруля, но и к Национальному природному парку, инспекторам Национального природного парка, о том, чтобы прекратить вот эту ситуацию с ловлей на драча на выкате глубокого Турунчука. Сейчас конец ноября, тенденция только возрастает с точки зрения того, что много туда приезжает людей и не боятся ни штрафов, ничего, а просто торбят этого карпа. Поэтому попрошу всех небезразличных людей повлиять. Да, а что горячая линия, Валер? Эта горячая линия, она работает только до 19 часов. И что это? Это разве горячая линия? Ну, это помощь любителям. Раньше, я тебе скажу, что раньше она работала круглосуточно. А сейчас она работает до 19 часов. Это ненормально. По выходным не работает. Я бы, может быть, порекомендовал бы нашим рыбакам обращаться на горячую линию. А что она? Эти все браконьеры, они же понимают. Ага, цигель-цигель, алю-лю. 19 часов. Можно ставить сеть, и никто тебе не возьмет трубку. Понимаешь? Вот в чем проблема. Если эта линия горячая, она должна быть горячая. Она не должна быть теплой или холодной, как сейчас. Друзья, вот так заканчивается наш рейд. Уверен, что он был плодотворным. Спасибо Одесскому рыбоохранному патрулю за то, что
все-таки такие рейды уже опять возобновляются. Возможно, это не единственный вариант, который мы сейчас прошли, а может еще и будут. Посмотрим. По крайней мере, от меня я всегда готов выходить в эти рейды. Единственное, что нужна, только инициатива Рыбахана Батрыля. И если хочет присоединиться к таким рейдам Национальный природный парк Нижнесловский, я тоже приму их приглашение на такие мероприятия. Друзья, на этом будем заканчивать. Всем удачи, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте жирнючие лайки. Вот. И смотрите наши видео. Всем удачи, всего хорошего. Всем пока. Пока-пока.